Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня релиз августа 2019 года для поклонников классического корпуса G-Shock и для поклонников, конечно же, стали. И смотрите, что сегодня у нас есть. Раз, два и три. Три коробочки G-Shock, новинка GM5600, это младший брат серии GMW B5000, эти часы стали хитом год назад, но для нашего рынка они, наверное, немножечко дороговаты. И вот эта модель GM5600, она проще по функционалу, но внешне эти часы практически такие же, эти стальные G-Shock в классическом, практически квадратном корпусе. И в целом эта модель, как я думаю, она для тех, кто хотел серию 5600 в стали, и причем за недорого, да, то есть вроде у вас самые простые базовые G-Shock, но при этом они выглядят как достаточно дорогая линейка. У них полимерный корпус, а сверху корпуса стоит стальная накладка. Что интересно, давайте открывать эти коробочки. Здесь у нас три разные модели. Первую, которую мы будем открывать, это GM5601ER. Давайте смотреть, что за модель. Так, руководство нас это не интересует. Мы хотим классическую алюминиевую. Или жестяную. Кстати говоря, интересно, алюминий это или жесть? Напишите. Вот. Если вы не очень хорошо понимаете в референсах от Casio, то по внешнему виду, я думаю, вы, конечно же, сразу поняли, о чем у нас идет речь. Вот он, референс для тех, кто бросится прямо сейчас сразу покупать эту модель, потому что я думаю, что очень многие ждали вот такие стальные G-Shock, но по совсем другой цене. Слушайте, ну, знаете, первое впечатление, это они очень похожи на ту самую модель. И здесь действительно эта стальная накладка, она находится поверх полимерного корпуса. Все это прям достаточно очевидно. Вот тут немножечко, да, цифры сейчас на экране моргают, но это из-за разной частоты, которая снимает, соответственно, камера. И в реальности, естественно, ничего не моргает. Здоровская модель выглядит круто, так же круто, как и модель GMW B5000, мне эти часы очень нравятся, блин, вот реально даже хочется скорее на запястье примерить, приложить, у меня 18,5 запястья, ну, классно, такой, знаете, современный винтажик, я бы назвал эту модель, выглядит она здорово, вполне современно, но при этом очень аутентично и напоминает, конечно же, первые эти самые легендарные G-Shock'и. Но что мы сидим, что мы ждем? Мы открываем следующую модель, уже 5600B1ER. Давайте смотреть, что у нас здесь по дизайну. Так. Все лишнее в сторону. О, у нас здесь стелс. Минутку или даже секунду терпения, и пленочки сняты, и мы смотрим на следующую модель, и здесь, как видите, у нас уже с таким PVD-покрытием черный цвет. Более брутально, с одной стороны, смотрится, но при этом я бы сказал, что они тоже такие щегольские, потому что, как видите, здесь у нас матовое, конечно, сатинирование у нас на верхней части этого стального корпуса, но при этом посмотрите, боковая часть, конечно же, с зеркальной полировки. Ну, поэтому часы тоже выглядят ярко, празднично и броско. И сразу видно у вас на запястье эта модель. Ну, давайте я ее тоже приложу, чтобы мы посмотрели, как эти часы все смотрятся по-разному, потому что разные цвета, конечно же. И так, у нас
У нас здесь везде инверсивный циферблат, да, экран точнее, везде у нас белые, даже я бы сказал, такие немножечко, ну да, белые цифры на черном циферблате. Окей, и третий вариант сегодня, это модель уже 3ER. И мы с ней тоже сейчас познакомимся и поглядим с вами, какая из моделей наиболее прикольная. А здесь у нас уже больше в милитари, потому что я вижу, что это зеленый ремешок. Ух ты! И смотрите, хаки. Прям милитари. Хаки у нас на циферблате. И, соответственно, зеленый ремешок. И что вот интересно, да, если мы смотрим на предыдущие обе модели, то здесь как бы не так ярко бросается в глаза, что у нас циферблат такой прямоугольный и достаточно маленький относительно всего циферблата. А вот в модели Хаки, с одной стороны, мы получаем вот этот вот необычный внешний вид с таким милитари уклоном, но с другой стороны, мы получаем здесь явно выраженный небольшой циферблат. Поэтому здесь, наверное, моделька будет на любителя. А есть система быстрой замены ремешков. Это круто. Это то, что сейчас модно, и большинство производителей пытается это внедрить. Я рад, что Casio, и в том числе в линейке G-Shock, она это все реализует. И это действительно здорово. Что касается того, как модель выглядит на моем запястье, давайте посмотрим следующим образом. Что я могу сказать? Здесь, безусловно, классическая для Casio водозащита 200 метров, минеральное стекло, подсветка, таймер, секундомер, будильник. Все то, что мы привыкли иметь в младших начальных линейках 5600. Корпус, безусловно, здесь сталь и полимер, электронный циферблат, как я уже говорил, и полимерная основа основного корпуса. Давайте по размерам теперь посмотрим, и мне интересует высота. Высота здесь 12,7, очень даже приятный размерчик, по максимальной ширине циферблата 43 с небольшим, неплохо, ремень 25, что еще померить? Ну, вот это расстояние от ушка к ушку меньше 50 мм. Это хороший классический размер. Какая модель вам больше нравится? Кстати говоря, напишите в комментах, это интересно, потому что лично я для себя, знаете, немножко затрудняюсь между, наверное, вот этим черным PVD и стальной версией. Наверное, все-таки для меня милитари версия, она наименее, я бы сказал так, практично, но многим, наверное, эта версия зайдет. Но я все-таки думаю, что хитом будет вот эта версия сталь, такая классическая, да, наиболее классическая, и черный цвет, ну, наверное, тоже будет хорошо заходить. В общем, давайте сейчас посмотрим макро-видео, а потом подведем итоги. Что, посмотрим макро на младшенького, да? Конечно, версия в стали, потому что здесь есть что посмотреть, нет никакого покрытия. Слушайте, ну визуально я бы не сказал, что здесь прям какое-то отличие от старшей модели в плане вот отделки стального корпуса. Все очень-очень приятно. И это здорово. Так, ну и задняя крышка. Окей. Ну что, время подводить итоги. Я хочу сказать, что при цене в 16 тысяч рублей это существенно дешевле, чем старшая модель в стали. Я думаю, что вот эти Casio, вот эти G-Shock, это будет просто супер топ и супер хит. Мне нравится эта модель, мне понравилась она. Я считаю, что это достаточно универсальные часы по прекрасной цене. Да, у них меньше
возможностей, чем у более взрослой модели, но большинству пользователей все-таки это не настолько критично. Здесь есть прикольные фишки типа быстрой замены ремешка, здесь есть классный современный вид, здесь есть опять же классические размеры. Я думаю, что это очень удачный ход от Casio, и вообще, в принципе, в последний, знаете, год Casio просто радует. Пишите на ваше мнение, как эти часы, классные они или вы ждали чего-то другого. Не забываем ставить царские лучшие на YouTube лайки. Купить эти G-Shock'и можно в официальном магазине G-Store Russia в Москве и по всей России. Ссылку я оставлю в описании к ролику. Всем пока!